Приветствую всех из Одессы, 25 марта 2024 года. В этом видео хотел бы сообщить о событиях, происходящих у нас в Одессе. Значит, во время предыдущей воздушной тревоги по городу было нанесено два ракетных удара, два прилета, в городе прозвучали сильнейшие взрывы, особенно первый, он был прям совсем где-то близко возле меня. Вот. По поводу хронологии, значит, в 17.23 у нас объявили воздушную тревогу, в 17.25 поступила информация о пуске ракет с Крыма, и в 17.27 вот раздался вот этот первый сильнейший взрыв. Значит, потом было небольшое затишье, в 17.40 снова поступает информация о пусках, и в 17.42 снова в Одессе прозвучал сильнейший взрыв. Вот, то есть... От отпуска до прилета буквально 2 минуты. Ну, плюс-минус там 2, может быть 3 значит, обстановка максимально тревожная в связи с этой баллистикой, которая долетает просто за считанные минуты до города и которую не сбивают. То есть у нас в Одессе баллистика не сбивается. Были два прилета. Значит, куда попали, информация пока что не уточняется. Известно о том, что есть трое пострадавших. Вот на данный момент у людей, у многих в жилых домах повылетали окна. Вот. Причем в таком курортном районе достаточно в жилых новостройках, вот люди публикуют видео, люди делятся, скажем так, впечатлениями происходящего. Значит, этот самый по поводу пострадавших, по поводу жертв информация не по... пострадавшие есть по поводу жертвами, в виду, по поводу погибших информация не поступала. Значит, чем нанесли удар, пока что тоже информация не уточняется. Предварительно это было, были либо Искандеры, либо ракеты Циркон. То есть вот эти четырехтонные ракеты, которыми сегодня пытались атаковать Киев, вроде бы как и на Одессу тоже были пуски данных ракет. Но это только лишь предварительно, пока что официальной информации по поводу типа ракет не было, не уточнялось. Значит, что хочу сказать тревожная максимальная обстановка с этой баллистикой. Еще раз повторюсь, очень страшно. То есть не успевает объявить воздушную, воздушную, тревогу, как уже звучат взрывы. То есть я, я просто я находился в квартире, я с квартиры выйти не успел никуда. То есть все происходило, скажем так, моментально. Вот если как бы там, когда шахеды или там бомбардировщики летят, то есть ты успеваешь Одеться, собраться, выйти, дойти до укрытия, спрятаться, сидеть, просидеть там всю тревогу, потом уже выйти и направляться спокойно, спокойно домой после отбоя. Только одна баллистика, то есть ты, ты не то чтобы куда-то выйти или дойти, ты просто даже по сути одеться не успеваешь. Вот события развиваются молниеносно. Так что такие дела. Да, но ну взрывы, конечно, прозвучали очень сильно. Кстати, второй взрыв у меня попал на камеру. Я. За, зафиксировал данный данный момент. Вот видео есть в моем телеграме, опубликовал уже видео есть в шоцах, Вот именно в, 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 в звук второго второго прилета. Вот. Поэтому кому интересно, переходите. Ссылочка на телеграм в закрепленном комментарии под видео. Как-то так, как-то так. Да. И я причем в своем видео, которое записывал, когда началась тревога сообщал о том, что да, говорю, говорю, вроде спокойно, никаких взрывов не звучало, потому что обычно, когда баллистика, то взрывы наравне с тревогой. И вот буквально я только закончил запись видео, сразу, сразу прилет.